ужасно сложная книжка. Я буду эспрессо сейчас. Издательство The Economist делает специальное к себе приложение. Что здесь есть? Цифры. Вы должны быть немножко в голове математиком. Сама 1578. Он мне дает 1550. Математика лежит в основе архитектуры, монтажа, кинематографа, драматургии. Это прочный каркас. Но математики победили гуманитариев. Вы можете сопоставлять разные цифры. Размер стран. Самая большая страна России – 17 миллионов квадратных километров. За ней идет Канада, впритык идет Америка и Китай. Перелистываем одну страничку. Самые большие экономики. О, ВВП. Соединенные Штаты по площади номер 3, по населению номер 3, номер 1 по объему ВВП. Покупательная способность. Китай уже первое место. Уровень разводов. Египет. Самая разводная страна. Казахстан тоже отжигает. Почему? Можно задуматься. Где производится медь? Цинк. Вас интересует цинк? Я уверен. Чехии номер один по потреблению литров пива на человека. 143 литра пива выпивает средний чех. Побеждая даже Германию. И в Непале работают 53,6 часа. В то время как в Уругвае 42,6. Где социальная справедливость? Вы понимаете, сколько вообще ненужной, но познавательной информации собрано вообще в одной книге? Мы можем открыть специальный разворот, который посвящен только Украине. Средний рост населения с 15 до 20 года – минус 0,5%. Мужчины в Украине живут меньше, чем женщины – в среднем на 10 почти лет. Я завидую женщине вам. И вот такие вот сопоставления совершенно неожиданных случайных цифр – это фантастически интересное упражнение для ума. Голова работает. Пожалуйста, наверное, они продаются в интернете. Не откажите себе в удовольствии, обязательно поработайте с цифрами.